Лучших экспортеров Новосибирской области назвали сегодня. Победу сразу в двух номинациях. Прорыв года и экспортер в сфере высоких технологий одержали производители газоанализатора, прибора для диагностики коронавируса и других болезней по выдоху, аналогов которому сегодня нет. А также наномасок с ионами серебра. Средства индивидуальной защиты, разработанные новосибирскими учеными, сегодня поставляют в 32 страны. В ближайшее время география экспорта вырастет. Когда мы получим сертификат FDA американский, у нас будет еще Северная Америка. В Мексику вот сейчас идут переговоры, мы будем использовать европейский сертификат. В принципе, европейский сертификат достаточно применяем везде. По газоанализатору, да, нам нужно будет получить вначале этот европейский сертификат, после мы сможем поставлять это в разные страны, которые, значит, сегодня у нас продукцию не берут. Ну, вот, к примеру, Ирак запросил у нас газоанализатора несколько недель назад.